Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Сегодня вы узнаете продолжение истории о Васе Куролесове. Итак, усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте. Некрасивый дядя вытаскивал из корзины лобастых язей, надавливал им на пузо, язи открывали рот и делали хм-хм. И дядя бросал язя в корзину, в которой были и другие язи, переложенные крапивой. Вася то застревал в толпе, то проталкивался дальше. Развернулись перед ним морковь и петрушка, зеленый лук веником, репчатый косицами. «Каратель, каратель!» – покрикивала женщина-морковница. «Репа, репа!» Ухал парень долговяз. Похожие покупатели хватали-покупали, кому чего надо. Кому репа, кому рыба, кому каратель. «А мне бы поросят», — думал Вася. «Только где же они?» В самом углу рынка, под башней, Вася увидел, чего искал. Здесь продавали кур, гусей, телят, всякую живность. И поросят было много. Вася долго подыскивал подходящих. «Мне бы средних», – думал он, – «и покрепче». Наконец, у одного черноусого мужичишки Вася увидел парочку поросят. «Славные!» – сказал черноусый, пальцем указывая на них. «Пятачки-то у них что-то маленькие». «У этих-то маленькие!» – удивился продавец. «Каких же тебе пятачков надо? С пластинку патефонную, что ли?» «Патефона у меня нету», – сказал Вася. «А все ж пятачок хотелось бы покрупнее». «Балда ты!» – сказал черноусый. «Нет у тебя толку в поросятах. Лучше патефон себе купи». «Тебя не спросил», – сказал Вася, грозно посмотрел на продавца и обошел его. «А что?» – думал он. «Может, и вправду патефон купить?» Вася еще повертелся на рынке, поискал других поросят, а издали все поглядывал на тех, что ему приглянулись. Он видел, как мужичишка то и дело вытаскивал их из мешка и совал под нос покупателям, уверяя каждого, что поросята славные. И правда, они были славные, с небольшими по размеру пятачками. Вася покрутился, да и завернул снова к черноусому. «Ага!» – крикнул тот. «Вернулся?» «Говори цену!» Мужичишка сказал, но цена Васе не понравилась. «Высока!» «Какой же ты человек плохой! То пятачки не подходят, то цена высока! Угрюмый ты!» «Ты сам угрюмый! Вон усы-то как повисли!» «Новое дело! Теперь усы ему не нравятся! Ай да парень! Откуда только такие берутся?» «Из деревни Сычи», – веско сказал Вася. «Говори новую цену, пониженную». Черноусый сказал, и новая цена Васе понравилась. Но он так подумал. «Поторгуюсь еще для Близиру, пусть знает, что я тертый калач». Вася поторговался еще, и черноусый сказал. «Вижу, ты тертый калач. Ладно уж, скину трешник. Только для тебя». «Держи деньги и суй поросят в мой мешок». «Да чего там?» – ответил продавец, сосчитав деньги. «Забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай». Вася отдал ему свой мешок, вжик, перетянул мешок с поросятами веревочкой. «Дело сделано», – подумал Вася и пошел к выходу. «Стой-ка!» – обиделся вслед ему черноусый. «Хоть бы до свидания сказал». «Ничего», – ответил Вася, – «обойдешься». Он шел к выходу и думал. «Хоть я и деревенский парень, а грубиян». Это ему нравилось. Ему хотелось быть грубияном и тертым калачом. Да, пожалуй, и от стреляного воробья он бы не отказался.
Вася чувствовал спиной, как трепыхаются в мешке поросята. И это ему тоже нравилось, потому что было щекотно, да и поросята, в конце концов, были, конечно, славные. Правда, с маленькими по размеру пятачками. На станции Вася выпил квасу в честь хорошей покупки, а потом сел в электричку. Поросята шевелились в мешке, а когда поезд тронулся, стали повизгивать. Вася стоял в тамбуре и глядел в окошко на пробегающие поля, дачи, елочки, телеграфные столбы. Пассажиры в тамбуре что-то кричали друг другу, махали руками и курили, выпуская изо рта тяжелые махровые кольца. Колеса стучали под вагоном, и эх, и эх. Мчался поезд в деревню Сычи и еще дальше. Продолжение этой истории, дорогие мои девочки и мальчики, вы узнаете завтра. А сейчас вам пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания, спокойной ночи!